Да, очень круто, мне нравится тема хип-хопа, мне нравится, что ребята нас так сильно поддерживают. Ты знаешь, что здесь сидят ребята, которые добились уже успеха. Это чистая правда. Каждый здесь присутствующий – это настоящий лидер. У каждого есть свой секрет успеха. И дело в том, что ребята, они как бы не скрывают эти секреты. Они делятся этими секретами вместе с нами. И прямо сейчас они сделали следующее. Они свои секреты успеха написали на ленточках. Эти ленточки они прикрепили к воздушным змеям. И я думаю, что сейчас мы запустим эти ленточки на этой сцене вверх к следующему полуфиналу. И, возможно, чей-то секрет успеха принесет пользу одному из вас.